Меня зовут Амар Ясмина, мне 14 лет, я из города Ташкента. Я учусь в 21-й музыкальной школе Сергелийского района по классу фортепиано. Также и дополнительно уже 2 года посещаю уроки традиционного пения. Амар Ясмина, которая занимает и участвует во многих конкурсах, международных конкурсах города Ташкента, республиканских конкурсах. И что я могу сказать про Ясмину? Ясмина очень добрая, чувственная, ответственная девочка, очень замечательный ребенок. То есть она является обычной ученицей, она прекрасно учится на отличной отметке. Она очень добрый, дружелюбный, талантливый, творческий человек. У нее удивительный и прекрасный голос, который она показывает всей нашей аудитории. Она учится примерно отлично. И у нее хорошая успеваемость. Конечно, я ей желаю, чтобы в дальнейшем она добилась самых высоких высот, чтобы это было оправдано, и чтобы она действительно сохраняла в себе вот именно непосредственно эти черты характера, доброту, отзывчивость. Моя дочь Мария Смина, она очень позитивный ребенок, веселая. Поет она вообще с рождения, можно сказать. Да, она всегда была голосистым таким ребенком. Вот. А когда мы как-то случайно попали к педагогу по вокалу, он ее послушал и сказал, надо заниматься. Вот. И мы с 8 лет занимаемся уже, как говорится, в этом направлении. Но она пела разные песни на английском, на всех языках, не очень получалось. Но я замечала, что у нее интерес вот именно к народной узбекской песне. Народные песни, наверное, это в каждом человеке есть, просто проявляется по-разному. Вот в ней это проявилось, именно вот народные узбекские песни. Это песни, они такие очень певучие, красивые. У них смысл такой вот песен. Вот, наверное, вот ее это привлекает поэтому. Мне очень запомнились подготовки и сам конкурс, потому что на конкурсе была очень теплая обстановка, жюри очень хорошо приняли меня, я подружилась со многими участниками, поэтому здесь очень уютно и мне очень приятно здесь выступать. Ой, ку, кем на дне.
Айгил. Ман бүгүнге лайхамызда сизни көрүп турганымдан багаят хурсантман. Диларам Абдуазимова республика макомчилар көрүк тандоону ғалыбы алкыштап коюшубуз керек. Хамда Омар Ясмина. Ман өткөн сафарги көрүклөрдө хам жүдө хам бу кызыбыздын иштирокларын көрүп жүдө хам хурсан болган эдим ва кайыл калган эдим. Сиңлимиз менен иштешти айнан неге энди айнан мунажат кошугуну тандадыңар? Энди менен 2 күн азгина репетиция кылдык холос, тайярланып алдык. Мен өзүм чочудум, туурсу мунажат ашуласыны мен 17 жылдан бери устоздардан таалим алып келеткен болсок, өзүм халы мустакыл айтышка чочуп ижро кылабыз. Ижро кылыш керек болгон болсо мына штападан бир устозумуздан масулият талап кылады. Мен бул кызыбызга коюл койгон жоюм башка миллет вакиласы болуп туруп, мунажат ашуласыны танлаганга жүдө хам хурсан болдум ва албатта масулият менен яндаштык. Баханы устозларыбыз өзлөрү беришет. Рахмат. Ясмина хан, хаяжанланмайсызбы? Хамасы жакшымы? Кайфиятлар. Жакшы. Ясмина ханды көп гапыртырмайбыз да, жакшысы хакемларыбызга мурожаат кылабыз. Хамда хакемларыбыздан, демек, биринчи болуп авазны Өзбекстан халк артисты Мунажат Юлчиевадан башласак. Мен жүдө хам хаяжанланып отурдум. Чүнки бул классик ашулла эшиткениңизде худди бир осондек туюлади, лекин ижро жараёнида буни ўша бошидан ҳанг мана одам айтамиз. Классик ғазалларимизни сўзларини доно-доно, ҳаттоки Диларамхондан ҳам аниқроқ қилиб ижро қилиб берди. Поэтому я ставлю вам десятку. Гулсанам Мамазоитова, сиз нима дейсиз? Сўзсиз 10 балл. Gap bo'lishi mumkin emas, rahmat. Qoyil. Rahmat. Avazbek Rajabov, marhamat. 10 balli. Mansur Toshmatov. Bravo. 10 balli. 10 balli. Olqishlar, doimiy olqishlar bo'lishini istab qolamiz. Sizga omad tilaymiz, ustozlarga ham omad yor bo'lishini tilab qolamiz. Rahmat.